Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardset Info. Сегодня покажу, как на устройстве TKL Tab 10 Gen 2 поменять обои. Чтобы на данном устройстве изменить обои, нам будет нужно зажать на наш экран, и здесь мы увидим обои и стили. Переходим в обои и стили, у нас скрывается палитка, и здесь можем нажать «Сменить обои». После чего вот у нас выберутся такие вот живые обои или обычные обои, но я бы выбрал такие вот живые. Поставим их, нажимаем применить, и мы установили наши живые обои. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.